Если рядом с нами друг, интересно все вокруг. И друг другу мы вопросы задаем. Что такое светофор? Кто летает выше гор? Все узнаем, все проверим и поймем. Мы, друзья, отправимся в удивительный за знанием поход. С трудностями справимся, приключений ярких целыми нас ждет. Познакомьтесь, это враг и познательный жираф. Вот мартышка, тышка и красавец Дик. Ну а пятым будет тот, кто к экрану телевизора приник. Раф, ты спишь? Раф! А что у тебя светится? Ой! Он что, так и спит? Во дает! Ай, что случилось? Кто тут? Это мы! Уже утро давно, а ты все спишь. Мы тебя ждем, ждем. Собирайся, нам пора. Пора? Куда? Туда. Давай быстрей, а то все интересное пропустим. Туда? А что у нас там? Интересное? Интересно. Не знаю. И немного боюсь. А как там? Совсем не так, как здесь. А куда нам идти? Туда или туда? Туда. Мне так ближе. Все готовы? Тогда пошли. Раз, два, раз, два, раз, два. Стой, раз, два. Ну что еще? Мы что-то забыли? Нет. Да. Ну, это... Я подумал... Так мы никогда не уйдем. Что ты подумал? Я подумал, что когда мы туда придем, там побудем... А потом ведь захотим домой. Ну? А как мы вернемся? Мы же не знаем, куда возвращаться. Хм. Да, незадача. А я знаю, знаю. Мы возьмем клубок ниток, привяжем к двери и по нитке вернемся. Сейчас проверим. Становись! Это я командую. Становись! Вперед, шагом марш! Раз, два, раз, два, раз, два. Стой! Ать-два! Нитка порвалась. Мы заблудились. Раф! А что в твоих книжках написано? Как герои возвращаются домой? Сейчас посмотрим. Вот Машеньку медведь в корзинке домой привез, а три поросенка через лес от волка бежали и... Через лес? От волка? А Колобок вообще не вернулся. А вдруг и мы не вернемся? Я не пойду туда. Не плачь, не плачь, говорю. Я, как всегда, знаю, что делать. Надо подумать, как Артем домой возвращается. Точно. Ой, Айда-Дик, молодец. Надо считать шаги, и сколько шагов мы сделали туда, столько же мы сделаем и обратно. Один, два, один, два... А можно читать по дороге. И тогда сколько читаешь по дороге туда, столько же читаешь и по дороге обратно. А может быть, просто запомнить, где живешь, и туда вернуться? Да! Все очень понятно и очень просто.
Мы должны запомнить, какой у нас дом. Крыша такая, такая, как трава. Стена такая... Как солнышко. А дверь как дерево. Ура! Мы можем идти. Мы все теперь знаем. Подождите. Надо наш дом нарисовать. И полянку, на которой он стоит. А то вдруг мы что-нибудь перепутаем. Точно. Надо нарисовать и рисунок взять с собой. Где наши краски? Давайте каждый свой рисунок нарисует. А потом мы выберем, какой из домов больше всех на наш похож. Готово. Вот. И у меня. Самый красивый рисунок нашего дома с нашей поляной. Мой. Вообще-то, Дик, у нашего домика совсем другая крыша. И никакого дуба на полянке нет. И столик. Дуб вырастет обязательно. Без дуба никак нельзя. Но домик совсем на наш не похож. Тогда знаешь что? Я возьму свой рисунок, а вы берите свои. И посмотрим, кто первый на обратном пути наш дом отыщет. Хорошо, я согласен. Потому что крыша у моего домика больше всего на нашу крышу похожа. И я лучше всего по своему рисунку найду наш домик. Теперь, наверное, можно идти. Раз, два, три, четыре. Пошли! Стоп, стоп! А если на свете есть еще один точно такой же домик? Так значит, рисунки не помогут найти наш дом? Хм, совсем даже не помогут. Вот только почему таких домов вокруг очень много? Я знаю почему. Я ночью читал о городе. Там действительно очень много домов. Ты что? В огороде домов нет. В огороде растет морковка, капуста, горох. Да-да. Про огород даже я знаю. Никаких домов там нет. Да и не в огороде, не в огороде, а в городе. Огород и город – совсем разные вещи. А город – это что? Тоже грядка какая-нибудь? Не грядка. Не грядка, а место, где много домов, где живет много мам, много разных Артемов, ну и не только Артемов, и других мальчиков и девочек. Ты нам про девочек и мальчиков не рассказывай. Ты нам про дома расскажи. Почему их много? И много – это сколько? Очень много. А что там еще есть? Сейчас покажу и расскажу. Город можно построить из кубиков. В городе много домов, много машин, много детских площадок, таких, как та, на которой Артем играет. Еще много поликлиник, школ, детских садиков и работ для взрослых. Очень много. Ну, куда мамы и папы каждый день ходят и откуда вечером домой возвращаются. Артем и мама знают, где они живут. У каждого города есть имя. И у улицы есть имя. И у дома, и квартиры есть номер. И это называется... Тышка, посмотри в книге. Угу. Это называется... Адрес. И в адресе должно быть написано... Название города, название улицы, номер дома и квартиры. Я живу в городе друзей. На улице Ромашковой. В доме номер один. В квартире Тышки. А я живу в городе друзей, на улице Ромашковой, в доме номер один, в квартире Тёхи.
Ура! Я понял, чтобы вернуться домой, я должен запомнить, где я живу. Для этого и придумали адреса. Адреса все разные, и поэтому по адресу можно найти свой дом. Ура! Что такое алфавит? Почему река шумит? И зачем всем детям ночью надо спать? Это больше не секрет. Знаем мы теперь ответ. Значит, скоро все на свете будем знать. С вами мы отправимся в удивительный за знания поход. С трудностями справимся. Нас, друзья, открытий очень много ждет. Ниф-Ниф выстроил домик из соломы. Нуф-Нуф вбил колья, переплел их прутьями, а сверху навалил листьев. Наф-Наф строил прочный каменный дом. Но ничего себе! Дома-то еще и разные бывают. Ну ладно, об этом завтра. Спокойной ночи. Если рядом с нами друг, интересно все вокруг. И друг другу мы вопросы задаем. Что такое светофор? Кто летает выше гор? Все узнаем, все проверим и поймем. Мы, друзья, отправимся. Удивительный за знание поход. С трудностями справимся. Приключений ярких целыми нас ждет. Познакомьтесь, это прав и познательный жираф. Вот мартышка-тышка и красавец-дик. Это тюха-бегемот. Ну а пятым будет тот, кто к экрану телевизора приник.